Рады, что приехали к вам, и с удовольствием вернемся снова. Сейчас вот такая информация. Воспользуюсь случаем, так сказать, Минск. Мы сейчас общаемся с Минском по поводу концерта, и они выложили сейчас там где-то ВКонтакте как бы опрос, нужен ли концерт этот в Минске. Поэтому все, кому интересно, кому, кто хочет слушать еще наших много песен, у нас их много, и они все не менее крутые и клевые. Поэтому, так сказать, отреагируйте. Вообще будем рады видеть вас у нас. Вообще у нас на концертах. Поэтому очень надеюсь, вернем с вами. Большое спасибо за этот праздник. Ура! Ура всем тем, кто, несмотря на такое дебильное, достаточно тяжелое, тяжелую ситуацию вообще с музыкой, с организациями праздников, делает это ваше большое дело, делает концерт, делает фестивали, где мы с вами встречаемся, находим друг друга, и, соответственно, у нас у всех есть смысл жить и творить. Ура всем вам и нам! От группы «Декабрь» из Санкт-Петербурга всем большой пламенный привет. До встречи в Беларуси.